Находимся сейчас в микрорайоне Юго-Западный. Дом строим здесь под заказ. Вот такой огромный здесь дом на 240 квадратных метров. Сейчас внутрь зайдем, покажу. Вот у нас второй свет. Там высота примерно, ну, порядка, наверное, 6 метров. Это будет только вот посередине. Вообще весь второй этаж, вот в самой-самой его верхней точке, там где-то около 4 метров только второго этажа, плюс 3,20 высота потолков первого этажа. Также здесь такой вот огромный навес на два автомобиля. Ну, когда сейчас, конечно, все это подошьется. Плюс будет здесь бетонное основание, то есть все здесь будет снизу бетонироваться и сверху уже укладываться тротуарная плитка. Конечно, это будет чуть пониже, но все равно такой навес прям громадный. Окна уже на этот дом изготовлены, то есть сейчас по дереву работу здесь кровельщики заканчивают. Буквально на пару дней здесь осталось им. Приезжает замерщик по самой кровле. Это будет здесь мягкая кровля. Ну и тогда уже будем ждать, когда она придет. Кровля сама будет здесь такого графитового цвета. Ну, здесь все будет такое вот в серых тонах. И окна сюда, вот, которые заказаны были, они тоже цвета графит. И также будет кровля такая. Газ уже смонтировали. Вот это вот у нас это котельная. Здесь вот он у нас опуск. Все идет дальше вокруг дома. Все как положено по нормативам. И дальше вот он у нас, вот здесь он выходит, пошла вдоль цоколя труба, здесь вход на кухню. И там вот ГРПШ на углу дома. То есть здесь кухня будет монтироваться, она, ну вот с левой стороны начинается, под окнами и вот до сюда буквой Г. По центру это будет здесь варочная панель, в дальнейшем приедут. Сделаю здесь еще отверстие вытяжки. То есть это будет принудительная вытяжка на улицу. А такие два вот вентканала, которые вверх идут, тоже здесь есть. Пока вот соорудили кровельщики вот такую временную конструкцию, чтобы поудобнее было им там ходить. Потому что на лесах все равно, но неудобно, там все это зашивали. Сейчас наверх поднимемся, там все тоже покажу. Итак, мурлат здесь используется 150 на 200. По периметру везде под него армопояс. Вот у нас 4 ряда полнотелого цокольного шахтинского кирпича. И плюс также туда заложено еще 2 ряда арматуры. Вот это место, где второй свет, то есть здесь вот там перемычки, да, сделаны, но пролеты очень длинные, то есть сама доска идет, она 6-метровая, пролеты здесь более 7 метров. Ну и плюс будет мягкая кровля, то есть нагрузка будет большая, поэтому каждая стропилка здесь, она еще усилена дополнительно фермой. Вот такая вот ферма. Сейчас на балкон выйдем, я покажу. То есть они вместе скреплены. Высота вот здесь, вот где у нас будет в доме второй свет, 3,20. Ну, здесь 4. Да, наверное, даже более 7 метров здесь получается высота. Это вот где прямой уже пошел. То есть вот идет сначала скос, а потом прямой. Вот в этом месте где-то более 7 метров уже будет высота потолка. Ну а вот здесь в дальнейшем будут перила устанавливаться.
за счет таких высоких потолков и больших окон. Комната, ну, вот эта комната где-то 16 квадратов, но так заходишь прям на все 20 тянет. То есть кажется такая большая, просторная. Да, вот тоже покажу сейчас. Также начали уже кровлю делать на беседке. Там будет обычная такая вот четырехскатная крыша. Окна тоже, остекление туда уже заказаны. Это у нас санузел. Заказчик захотел здесь окошко будет, то есть в кровле, которая наверх открывается. Это санузел второго этажа. То есть если внизу, там я до этого показывал обзор, там будет душевая, здесь будет ванная. И также вот вытяжка из санузла. То есть вот этот дымоход, который вот с самого низа идет, там вытяжки и в котельной, и санузел первого этажа. На втором этаже это второй санузел и гардеробная. Вот такая здесь шикарная гардеробная. Заходим. И вот тоже здесь вытяжка из нее. Это вот хозяйская спальня. Она на фасад дома выходит. Тоже порядка 16-17 квадратов. И плюс квадратов, наверное, на 8-9. Вот это вот гардеробная комната. Вот эта дверь, это выход на балкончик. Там леса мешают. Сейчас покажу сзади. Лучше вот второй балкон. Тоже здесь вот огромная комната. Это детская. И здесь выход на балкон. И вот как у нас тоже здесь длинные пролеты получается, поэтому тоже вот делали, идет доска 200 и прикрепляется все вместе с фермой. Точно так же на пролетах, где второй свет, то есть все эти моменты усиливали. В ближайшее время то, что у нас в плане здесь, это с заказчиком уже определились, где будут какие розетки. То есть сейчас кровельщики заканчивают свою работу и выходят уже сюда электрики. Ну, после них штукатуры, немного подождем, все это протянет, просохнет, и будем вставлять окна.